Саша, скажи что-нибудь. Привет! Скоро увидимся в Таллине. Ты точно. Хватит. Привет! Скоро увидимся в Париже. Не, все-таки в Таллине встретимся. Скорее так. Еще дети носить будут и внуки. После твоей смерти, знаешь, семейная реликвия в коробочке. Передай это своим деткам, доченьке на 18 лет, пускай проколет. Юлечка, пожалуйста, давай я тебя сниму. Давай. Саш, скажи, что там оставил, да? Какое? Угадай. Водки. Пиво. Конечно же нет. Принесла пиво. Да, принесла. Конечно, да. Не, пиво не принесла, водку взяла. Ты, с горя напьюсь. Слышь, Вить, может вечером съешь сырочки эти? Пудинги остатки. Пока ваши эти, ваши пакеты никуда. Пудинги остатки съешь, а... Юль, ладно, хочешь, мало не больше. Все остальное повезем с собой. Что ты крутишь? Стёбно. Карусельки. Ладно, ты снимал мне нашу комнату? В комнате бардак, ее надо было снимать раньше. Бери, бери. Наташ, помнишь, этого здесь не было. Все, стоп. Как стоп? Как задом? Садись. Ну как, ты что? Вот так. И пошла, по жопе ей ударь, пошла. Да. Но не будет меня скидывать. Только надо ближе сюда садиться. Борис? Да. Бора. Бора. Это он, именно. Куда надо мне сесть? А дальше? Поближе, когда она скачет, поближе. Я чтобы она скакала. Я не хочу, чтобы она скакала. Все, слезаешь? Слезай, слезай. Ты не хочешь прокатиться? Слезай, ты что? Не надо. Боишься? Как теперь слазить? Держись, я грива. Даша, снимаешь? Да. Ты же не по-русски говори. А куда ты целишься? В воду он туда. Мочи. Раз, два. Собаку напугали. Собаку подстрелила, причем в деревне. Красиво, красиво. Ну. Давай, урони только. Хлоп. Спасибо. Ну что, с лошадкой пойдем фотографировать? Да, да, да. Пошли. Если лошадь не боится. Вот так, да, да, да. Прием называется мельница. Понравилось. Теперь Наташу давай. Не, мне не надо. Приемчики. Еще раз. Курс молодого бойца. Бросок через бедро. Давай ее в печку, в печку. Так, шашлыки есть. Молодежь, идите кушать.